Технофест – фестиваль комплексной безопасности. Для лета необычайно актуальное мероприятие, где главное действующие лица – это дети. Участники приехали из разных уголков Ивановской области – из Приволжска, Шу и Заволжска. Всего более 100 человек. У нас предусмотрено командное прохождение нескольких станций. Каждая команда при участии волонтеров получает свою карту. И по этой карте у них есть точки, которые обязательно необходимо пройти, остальные по желанию. То есть 5 основных точек – ГИМС, МЧС, Росгвардия. И далее уже, когда мы подведем итоги, каждая команда победителей получит обязательно сладкие и поощрительные призы. Каждый день ребенка подстерегает масса опасных ситуаций. Сотрудники госавтоинспекции готовы проверить, насколько хорошо участники фестиваля знают правила дорожного движения. Из практики – фигурное вождение велосипеда. Ведь ребенок за рулем – такой же водитель. Если говорить о статистике, то в июне этого года было зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 18 лет. То есть в летний период происходит, как показывает практика, наибольшее количество ДТП. С детьми. Поэтому профилактировать дорожно-транспортные происшествия детьми, конечно же, стоит. Площадки подготовили также Росгвардия, МЧС и ГИМС. Сотрудникам этих ведомств каждый день приходится вызволять кого-то из беды. Чем вооружены экстренные службы, можно увидеть, потрогать и примерить. Можно померить боевую одежду пожарных, залезть в пожарный автомобиль, посмотреть все оборудование, потрогать своими руками. Соответственно, еще есть оборудование, которое применяется для обеспечения безопасности людей на водных объектах, средства спасения. Инспекторы ГИМС все покажут, расскажут. Организаторы фестиваля уверены, что даже в такой игровой форме можно освежить жизненно важную информацию. А на десерт к сладким подаркам и призам участников технофеста ждала настоящая солдатская каша. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.